Всем привет, ребятушечки! А меня зовут Устин, и вы на канале Устин ТВ. А мы с Устином продолжаем игру «Черепашки-ниндзя-легенды». Только сейчас Устина мы показывать не будем, вы его не будете видеть на экранах, потому что это сильно много времени у нас занимает, чтобы это делать. А мы хотим больше играть и больше вам показывать, как Устин играет. Поэтому мы пока без Устина снимаем. И сегодня у нас эпизод номер 2. В прошлый раз, напоминаю, мы проиграли вот этому дяде, которого зовут Ксевер. И сейчас хотим отквитаться. Так, у нас уже 5 бойцов. И мы начинаем игру. Да. Я уверен почему-то, что в этот раз мы должны одержать победу. Да. Запускай. Так, они нас. А, они нас пока стреляют. Теперь мы. Запускай 3 сразу, Устин. Да. Потому что чем быстрее мы запустим, тем мы быстрее победим. Не, ну это на потом оставим. Так, парни, вы прекращайте нас бускать. Да. Так, потом надо будет полечиться нам, наверное, Устин. Чтобы мы на третью волну были в полной боевой готовности с тобой. И заработали все 3 звезды в этом поединке. Так, лечимся. Ну да, потому что... Давай, Леонардо, полечи нас. Что потому потом? Что... Потом, да, потом может возможность у нас не будет полечиться. Ты что, ниндзя такой хочешь? Так, остался один у нас ниндзя. И давай, паукус, добивай его. Третья волна, на которой, напоминаю, мы проиграли в прошлый раз с Устином. Потому что нас товарищ этот, как Север, отбускал. Поэтому так. Давай его вначале бьем. Да. Вначале убираем самого главного соперника. Суперудар. И... Бокстер Стокман. Так, давайте плююсь от него этой какой-то жидкостью. Или паутиной, или чем он там плюется. Ну, какой-то желтая слюня. Слюна, да, такая желтенькая. Так, они Леонардо нашего атакуют. Ну, я думаю, мы в этот раз уже победили. Потому что... Потому что? Мы победили. Получили своих 3 звезды. И перешли к третьему эпизоду, который вам покажем в следующем видео. Поэтому не пропустите. И на этом мое видео подошло к концу. Кому понравилось, ставьте лайк. Забудьте подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока. Всем пока-пока.